Друзья, добрый день. Хочу показать вам, как перевозят маток пчелиных. Понятно, что мы покупаем, пчеловоды покупают маток плодных и неплодных. И вот надо их каким-то образом доставить от племзавода к пчеловоду. Вот в таких вот клеточках они перевозятся. Матка. Вот здесь вы можете увидеть маточки. Они с белой меткой на спинке. Они пока еще не сильно крупнее пчел. То есть молодые матки, они не такие большие. Но потом их пчелы откармливают, они становятся больше. Вот. Матки путешествуют со своей свитой, которая во время пути используют, во время пути их кормят, обслуживают, чистят и так далее. Вот. Вот белая помадка такая, это так называемая канди, это сахарно-медовое тесто. Это то, что они кушают во время дороги. А сейчас вы можете послушать, как матки поют. И тут они затихли. Таким образом они сообщают другим маткам и пчелам в улье о том, что они есть, что все в порядке. То есть это называется пение молодых маток. Ну все, отличным настроением, здоровья крепкого, до новых встреч!